Даже не думайте. Вы ничего от меня не получите, молодой человек. Я столько сил положил в жизни, чтобы... Ты сдохнуть хочешь? Нет, прошу, не трогайте. Ты, блядь, ебанулся, а? Не в мою смену, хуепучило. Не трогайте меня. Ты, блядь, классный сейчас своей перхотной тут склеишь, понял? Оставьте же меня в покое, говорю. Заткнись, плесень. Ничего я тебе не дам. Будь ты проклят. Я сейчас выстрелю, сука, если пасть не завалишь. Нет, о нет, больно. Мне больно. Поразить ты этакий. На старика напал, ишь, смельчак. У меня ничего нет. Нет, помоги. Помогите! На помощь! Помогите! Ща ты поешься! Уйди! Да где хоть кто-нибудь? Ты че такой шумный-то? Да что же это творится такое, бога ради? Бердун-то старый, бабки гони! Где, сука, бумажник, а? Доставь же ты меня, изверг! Гони, тебе говорят, бумажник! Где, сука, бумажник? Где, блядь? А? Отстань от меня! Не смей ко мне прикасаться! Че ты дерзко ты разговорился, а? Давай нагнулся быстренько! Где бумажник? Ну все, сука! Алаэрде, позовите? Нету? Ну понял. Скажите, Уэйд звонил. Спасибо. Помогите! Кто-нибудь меня слышит? Слышите меня? На помощь! Спасите! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Вау, костюм, класс! Захлопни, Стэнли! О, елки. О, беда. Не-не-не. После такого на ноги уже не встать. О, дело дрянь. О, ну, прости уж. Долго я, конечно, в будке провозился. Но так-то надо было, конечно, сразу в полицию звонить. Но теперь-то это уже не важно. Потому что главный вопрос мы с тобой оба проморгали. Схуя ли тут делает телефонная будка? Они же еще в конце 90-х вымерли. Так-то я мог и с мобилы позвонить. Ты смотри. Вишневая мороженка. Ты будешь? Можешь не отвечать. Отдыхай уже. О. Нет, позвонить-то я успел. Костюмеру Лейерду. Он обычно помогает мне с костюмом. О. Вот как у других так быстро выходит? Проходи тут не я, Логан, ты, может, и выжил. Ему-то во что переодеваться? Ха. Волкоголичку, блядь, и джинсы. Е-е-е. Надену-ка я маечку свою. Да потика, чтоб маленько. И вперед в загул по борьбе с преступностью. С днем обнимашек с Калой.